Друзья мои, всем большой привет. Не собирался вот я приезжать на дачу. Я думал, что в этом году меня тут уже не будет. Но что-то захотелось мне приехать. Во многом благодаря пользователям, подписчикам, да, кто мне там писал разные комментарии. Я не ожидал этих комментариев по поводу клубники. Ну ладно, думаю, раз уж все так хотят, я тогда приеду, сделаю так, как они рекомендуют. Ну да ладно, начну я с общего обзора, как обычно я это делаю. Сейчас у нас середина ноября, уже все ближется к зиме, вы как бы не смотрите на то, что кажется, может быть, что тепло. Ну, вернее, как сегодня-то оно тепло, сегодня плюс 5, но в самое ближайшее время будет очень холодно. На следующей неделе уже, по-моему, минус 5 будет. И сегодня у меня такой краткий будет обзор по... Ну, потому что я могу вам рассказать. Первое, что я хотел вам сказать, посмотрите, как хорошо легла краска. Видите, краска вместе с мылом. Смотрите, были дожди, дожди сильные, я вот вижу здесь прям, ну не то, что подтопило, но вода высоко держится. И видите, краска вся держится. Так что хорошо, что я покрасил, хорошо, что покрасил с мылом. На зиму, я надеюсь, все это будет держаться, вся краска, и деревьям будет лучше, легче перенести. Видите, здесь все как вот было покрашено, как я уезжал, так, в принципе, оно и осталось. Ладно, я на это, наверное, еще отдельно ролик маленький запилю. Потом, ну, это просто грядки у меня на следующий год. Я еще пока даже не знаю, что я сюда буду сажать. Если честно, хотел розы посадить. Ну, возможно, посажу розы в другие места, а здесь посажу что-нибудь другое. Тоже такое может быть. Потом, вот видите, клубнику, я ее накрывал перед отъездом. 2 недели назад, потому что думал, что уже не приеду. Но вот приехал, я не знаю, может быть, ее пока что попробовать открыть. Давайте я сейчас открою, если вы не против. Отниму у вас немножко времени. И заодно посмотрим, что там вообще творится. Ну, она, конечно, чувствует себя хорошо. Я не знаю, проветрится она у меня за это время, вот пока я здесь. Ладно, я сегодня здесь пару часов побуду. Пусть немножко проветрится, а потом накроем снова. Да, на солнышке она, конечно, выглядит хорошо. Ну ладно, я потом аккуратно все открою. На солнышке она выглядит хорошо, спору нету. Но скоро будет холодно, и она может замерзнуть. Так что это опять такое мнимое, да, что выглядит все хорошо. Ну, кстати, даже вы знаете, даже он растет вон там, вот смотрите, активно. Так что... В этом плане норм. Ну, давайте в парник заглянем, раз уж мы приехали с вами. А в парнике у меня клубника накрытая. И, ну, кстати, здесь, конечно, теплее. Но, как мне сказали, здесь теплее днем. Ночью здесь так же холодно будет, как и наружу. Но, в общем, с этой клубникой мне нужно будет что-то сделать. Как-то ее... Вот видите, она у меня здесь, скажем так, условно спрятана. Нужно будет мне ее сюда прикопать. Ну, я про это отдельную видюшку тогда сделаю обязательно. Коротенькую, когда прикопаю. А здесь у меня... Вот, кстати, заодно можно посмотреть, как высоко вода стоит. Здесь мне нужно... Я хотел посадить в следующем году что-то сюда. Пару деревьев, наверное, каких-то. В принципе, место здесь есть. Но видите, вода как высоко поднимается. Поэтому... Нужно будет, я подумал, просто посадить их выше вот этого уровня. Здесь у меня пруд. Ну вот видите, водой все залило. И вот он там вот. Здесь, в общем, он там в глубине. А еще у меня, посмотрите, малина, которую я уже думал, давным-давно умерла. Вот она проросла. Ну то есть она была несколько лет назад у меня здесь посажена. Потом я ее здесь не видел. Ну вот какая-то малина проросла. Так что сейчас займемся разными делами. И я думаю, что будет все окей.